Друзья, всем привет! С вами канал Мастерской этнических ремесел «Степной дух». И после такой окарины хочется ловить послевкусие, послезвучие, потому что она настраивает на такой лад и на такое состояние. Это минорная пентатоника, один из самых древних строев. Тональность у этой окарины ре. И, пожалуй, вот я хочу делиться больше тем состоянием, которое сейчас у меня внутри. Сладость, но не приторность. Состояние соприкосновения с каким-то вот природным таким чувственным. Это когда вроде бы и присутствует ветер, но он не терзающий, не вырывающий все из рук и не тянущий куда-то далеко. Он умиротворяющий и наполняющий свежестью. Он природный, природный и такой бережный. Вот такие чувства. И стилистика, которую я когда-то давно выбрал, уже несколько лет я делаю минорную пентатонику в форме стилизованного орла, потому что для меня орел – это символ свободы, символ полета, дальновидности и дальнозоркости. Что очень важно, наверное, вкладывать в игру на этом инструменте, так это то, что этот инструмент может формировать и усиливать то, чтобы наши желания сбывались. Это инструмент для медитации, это инструмент очищения всех мыслей, которые порой очень сильно наполняют нашу голову, чрезмерно сильно. И можно закладывать какое-то желание, какое-то намерение перед игрой, и поиграв, чувствовать то направление, через которое можно реализовывать то или иное желание, или, может быть, понимать, насколько правильные нужно шаги сделать. Поэтому я позиционирую свои инструменты как медитативные. У них, конечно же, есть настройка, у них есть ноты, и можно играть известные мелодии, но это все при желании, но вообще можно просто вот закрыть глаза, можно использовать эффекты. Вот здесь у меня есть пульт, на котором я использую разные эффекты. Ну, точнее, не разные эффекты, это эффект такого полноты, широты звучания. Сейчас я специально без эффектов поиграю, и вы сможете услышать, как оно звучит в чистом виде, если бы мы играли просто дома. Вот именно с закрытыми глазами и хочется играть. Это не потому, что мне не хочется смотреть на вас, так мне еще сильнее получается погружаться в состояние звука и, как я уже сказал в самом начале, вкуса, послевкусия от игры на этом инструменте. Также еще хочется сказать о том, что вот часто задаваемый вопрос, как научиться игре. На моем канале есть
специальная вкладка в плейлистах, она называется «Мастер-классы», и там есть в свободном доступе уроки, в которых я рассказываю о технике, о разных упражнениях, которые позволяют научиться играть на этом замечательном инструменте, который я когда-то сам очень давно полюбил. Началась моя история с 2008 года, сейчас у нас 2023 год, вот представляете, уже более 14 лет я люблю этот инструмент, я делаю этот инструмент, и я на нем играю и стараюсь расширять кругозор тех людей, которые не знали когда-либо про этот инструмент, сейчас они узнают, влюбляются и начинают также приобщаться к этой культуре, к этому звучанию. Благодарю вас за то, что досмотрели этот длинный обзор. Таким он получился, сам не рассчитывал. Стараюсь обычно улаживаться в какое-то небольшое количество, укладываться в небольшое количество времени, но сейчас хотелось поделиться и состоянием, и впечатлениями, и просто вот побыть с вами. Кому понравился обзор, обязательно поставьте палец кверху, меня это очень вдохновляет. Подписывайтесь на канал, вы видите, что я стараюсь выпускать ролики с какой-то периодичностью, и просто следите за выходами роликов. Всем добра и всем всего самого наилучшего, с наступившими праздниками и с наступившим 2023 годом. Пускай он будет замечательным и более легким, чем предыдущие.